После юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске в аэропорту произошла драка между певцом и композитором. Видеозаписи этого инцидента шокировали интернет-пользователей. Музыкант подробно рассказал о произошедшем. Оказалось, что Игорю Крутому не понравилось, что его старый друг записывал их личный разговор с Сергеем Лазаревым о секретах шоу-бизнеса. После того, как Крутой несколько раз попросил своего друга прекратить съемку, он решил отобрать у него телефон силой. В результате драки оба оказались на полу. В это время их схватку снимали другие их друзья, и скандальное видео было размещено в интернете. На записях видно, как звезды дерутся на полу. Увидев, что Лазарев снимает драку на видео, Басков напал на него с матерными словами. В это время Жасмин, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова и Ани Лорак смотрели на конфликт и смеялись. Басков, Киркоров и Лазарев известны своим чувством юмора и иногда прикольными выходками на публике. Ранее они вместе участвовали в шоу «Дуэты». Сергей Лазарев опубликовал в своем блоге отрывок, который не вошел в эфир. Среди других забавных моментов на сцене произошло неожиданное. В какой-то момент все трое начали громко стонать, что вызвало недоумение у зрителей.